Здравствуйте, дорогие друзья, и я решила без вас, да, решил без вас, ну, собрать хлебушки. Пшенички, сейчас будем делать хлебушки, да. Так, хлебушки, да. У нас может теперь 10 хлебушек, у нас 8 штук есть, ух ты, 12 штук, да, немало. Ну, что будем делать? Нить две, а когда будет ночь, я хочу ночь, вот, чтобы, ладно, это тоже, так, это нужно жителям, я знаю, они мерзкие. Так, если будет ночь, я буду валить паучку. Так, не мешай, я хочу, ладно. Так. Слушайте, зрители, я буду сейчас, сколько останется, это ползу, да, чтобы никто не видел, что я отсюда взял хлебы, да, все потом ложить надо на место. Так, ну да. 15 штук осталось, можем, где-то здесь может, ну, нет, если нету, это поставим на место и ждем, когда будет ночь. А когда будет ночь, ну, все будет четко. Ой, давайте ждем, когда будет ночь. Как-то скучно. Ждем. Сколько надо ждать? Ну, да, давайте посидеться, пока паучок не появится. Я жду паучка, а паучок еще нету. А слушайте, может, крутой привод, и будет плохо. А я не хочу видеть крипера. Так. Напишите меня в комментариях, как думаете, какой моб самый опасный? Крипер, эндер или зомби там? Ну. Так. Что-то скучно. Ладно, нам ничего не нужно. А может где-то здесь у меня, да, есть или нет? Что у меня две пшеницы было? Да. Шутка, маленький шутка. Да. Кожа. Ну, по идее, пойдем. Идем, когда будет ночь. Ты не видел паучка? Нет? Видел? Где? Он показывает нас, где паук. Ой, сейчас я медленно так иду. В этом доме? Серьезно? В этом доме? В этом доме паук. А может, я думаю, он не обманет. Так, какой обманщик ты? Обманщик зрителя? Да. Зритель-обманщик. Слушай, твой брат меня обманул. А ну иди отсюда. Еще скажет, что мой брат тут не виноват. Так, когда будет ночь, мобики прибегут сюда. Я буду пока рамзать паучку. Да. Так, что-то у нас паркур не был. Не правильный паркур. Зачем? Зачем паркур такой неправильный? Так, у нас вот видать. Ты чё? О, сколько летит? Извините. Да, делайте. А, ночь. Так. Сейчас я их дверь закрываю, чтобы никто к ним не прибегал. Своим. Так. Почему так долго? Стекла. Ты чё? Я
Поужинаем. А ты чё на меня смотришь? Еще один нужен. Ух ты. Да, очень мало. Ну, давайте спим. Ладно, нам паучек больше не нужно. Ну, уже практически утро. Давайте будем добывать свекло. Если у них... Конечно, есть. Подождите, если у меня свекло, тогда у них есть. Эй, зверь, мне никто не скажет, где у вас свекло. Так. Пожалуйста, говорите, где свекло. Да, очень красиво. Я упал здесь. Так. Рядом с моим домом. Ну, давай, хоть ты знаешь, на сайте, где ваше светло. О, ай, уйди отсюда, крипер. Ты в следующей серии тоже очень красиво взорвал нашу территорию. Уйди, пожалуйста, крипер. Один раз ударим. Иди ко мне, ко мне, ко мне. Второй раз ударим. И осталось третий раз. Умирай, крипер. Ух ты, какой крепкий крипер. Так, дай сюда. Что из тебя выпал? А, ничего не дал. Ух ты. Мерзкий крипер, да. Давайте наверх подниматься. Так, всего. Ой, сегодня мы... Так, это что было? Ладно. Сегодня я заслужил стекло. Убил крипера. Да. Это тогда значит, что я заслужил светло. Ставим на место. Вот. Ладно. Стекло. Иди к папочке. Так, то, что нужно посадить, я посажу, а то, что не надо, заберу. И все. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, шучу. Практически пять осталось. Нет, не осталось. 21 секунд. О, а это куда ведет? Я давно хотел там идти. Не знаю, куда это ведет. Давайте пойдем. Здесь? А в лесу они что делают? Ничего не понимаю. Это не кто был ведь. Ух ты, зомбак. Давай, гори. Ты какой? Так. Ух ты, мерзкий. Я не понимаю. Один крипер, один зомби. И что? Может, сейчас паук придет, а потом придет Эндер, а потом не знаю еще кто. Так. Вот, супер, я забил тебе мой дом. Да. Мой дом, ты где? Не видел никто мой дом. А я должен был, что увидел. Мой домик, ты где? А вот он. Ух ты, мерзкий зомби, чуть меня не убил. Стекло, почему так тает стекло? Ладно. Ну, практически у нас четвертый левел уже. Да. Мы здесь выживем. Да. Так, у нас тут перебор, я не хочу упасть. Так, мы идем сюда. Скажите, жители, вы любите меня? Да. Они меня обожают, потому что я спасаю их. Практически я тут выживу, да, немного.
Послушайте, я заметил здесь что-то. Так, это можно потерять. Я заметил, что здесь что-то. Ну, такой, не знаю, что. Для чего. Ну, если вы знаете, что это, ребята, пишите в моих комментариях, что такое это вообще. Так, шлем, вверх, странички и... Нет, ну в общем, а чё это такое? Да. И, дорогие друзья, и мы на этом заканчиваем наше видео. Не забудьте подписаться и поставить лайки. И, пожалуйста, пишите в комментариях, зачем и почему этот... Ну, это не знаю что. Ну, пока. С вами был Нарик. Не забудьте... Ну, пока. Продолжение будет. Так.